Дорогие друзья, вашему вниманию очередной ролик с города Каменская, с больницы номер 7. Очередная смерть, только весь цинизм этой всей ситуации в том, что пациента заморили голодом врачи в отделении. Смотрите, подписывайтесь и знайте, что кроме вас больше вам никто не поможет. О, смотри! Вот и двери открыты, при этом они должны быть закрыты на замок. Больница смертников выносят вперед ногами. А, тут пусто, оказывается. Не надо нас снимать. А что это? Чего вы боитесь? Снимать нас не надо. Люди, забирайте своих родных, потому что больница смертников выносят вперед ногами. О, смотри. Вот и двери открыты, при этом они должны быть закрыты на замок. Если написано «карантин, вхід заборонено». Терапия. А вон там, под шторой, черная зона, как они говорят, или грязная. Интересно, как же люди же лежат на белой зоне? А, тут пусто, оказывается. Тоже пусто. Пусто. А где же у нас больные лежат? Оказывается, у нас в чистой зоне. Нету людей у нас. Понимаете? У нас людей нету тут. Все лежат в грязной зоне, люди. Это вранье. Если вам говорят, что ваш дедушка здоров, или бабушка. Народ, а вот там за ширмой находится грязная зона. Понимаете? У меня сегодня дедушка умер. Что тут написано? Обережно, карантин відвідуючих. Почему ж вы людей в пустых палатах не ложите? Скажите. Да? А если мой дедушка был не коронавирусный, не грязный, понимаете? А, да, чистые люди. Там у нас не коронавирусные, там... У моего дедушки не было коронавируса. Я санитарочка, я вам не санитарочка. А где врач? Где врач? Врачи у меня выходной день. А дежурный день? Нам же надо выйти. Да его в отделении дежурный врач есть. Жука. Не надо нас снимать. А что это? Чего вы боитесь? Снимать нас не надо. Ну подадите на нас суд, мы тоже подадим. Мы тоже подадим на вас суд за то, что вы не лечите тут. Извините. Люди, значит, они что-то скрывают, если они боятся, что их снимают. Как бы, ну... Девочки, медсестры продают медсестры, загрузки, что там, да? Сейчас тоже они начнут работать. Вот это самое, вещи вашего дедушки. А где его сумка? Сейчас отдам, там кто-то паспорт, деньги. А ну, дивись, а иди проверяй. Вот о таком пакете отдали дедушкины вещи. Очки, телефон, кошелек, мама. Смотри. Зуб. А еще где 500? А где 500? Было 2000. Да. Ну, там чека должны были составлять. Хорошо. Нет, мы покупали мать, вам кажется. Хорошо. Покупала мать, я не знаю, что еще. Так. Список. Паспорт, телефон, зарядные очки. Зубы его, ключи там. Усе еще. Там его покупали, девочки. Маску. Если чеки там сыгнули. Чеки вообще мы сдачи всегда все приносимо. Нет, це готівка, сума 80-90, далі 202 гривны, должно остаться 121,10. До какого момента у него были это самое? 2000. 2000 я пин поступив. Поступив, но мы ему с 18 числа. Мать покупали ему, бинт покупали, не значит, что чек не сохранили. Мать там должна... В медикаментах сейчас дрожжи. Потому что он получил пенсию. А в паспорте денежек. А что мы подивимся? Ну сейчас будем, сама должна быть у него остаться в медикаментах в тех. Все, тихонечко, тихонечко, девочка, держимся. Я вам скажу, 10 минут. Держите, держите. Ой, дай мне. Какие сердце будут так тесты.